Свой первый клип в новом составе группа Бен уже успела отснять, причем в дуэте с уральскими героями Артуром и Раймом. И практически сразу после уехала на гастроли, но кажется, что живых выступлений этой троицы недостаточно. И уже 25 мая они вылетят в Китай, а если точнее, на остров Хайнань. С ними, кстати, туда же отправится и протеже Нуржана Керменбаева Шокан Валихан. Да, вы все поняли верно. Ждет нас еще один дуэт, и, судя по всему, песня уже записана. Осталось только снять клип, чем, собственно, эти певцы и займутся. В качестве локации они решили выбрать зарубежные красоты курортной зоны. Песня же будет, естественно, про любовь, а вот названия у трека пока еще нет. Ребята пообещали, что как только все будет готово, то они расскажут обо всех подробностях в эксклюзивном интервью. Так что оставайтесь с нами.